Ну что, отдохнем? Поехали. Поехали. Заряжай. Ну, с Богом. Всем привет, у меня на канале, подписчикам, кто зашел, забрел на мой канал. Кто еще не видел, как я прогреваю двигатель перед запуском. Сегодня минус 23, ночью побольше было. Вот 2-киловаттная печка. Гофу под поддон. И глушитель, гуфер тоже. Сантиметров 10 до поддона глушитель не достает. То есть посматривать все равно. И вот 40 минут, ну 45. Самый нормальный часик. Масло уже. Масло уже идеально. Все видно, да? Масло капает, стекает. Ну, естественно, ПЖД. Лунфейчик. Вот он стоит. Забираем с блока. Забор с блока идет на маслообъемник через термостат и на блок по малому кругу. Печку я перекрываю, чтобы на печку не шло на радиатор печки. И он по малому кругу гоняет. Блок теплый, тут аж заиндевело. Но это уже тут перепад температур. Блок тепленький. Так, печку я вырубил. Сейчас она продувку делает. Продувается. На скотч закрепил двухсторонний пульт. На отморозончик отлип. Это ерунда. Так, масло включил. А, тут я еще это так уже просто прогревал, трубку поменял, трубку забило. Не то льдом, не то не знаю чем, я другую поставил. И сейчас эту печку запустил. Тут просто, раз уж у меня фен под рукой, решил еще погреть. Масляный фильтр. Чисто так. Для души. Все равно погрузчик сутки стоял. Вот здесь жара. По-моему, даже не на полных оборотах. На половину мощности. Тут 4-киловаттный. 2-киловаттник у меня начал мудить. Сбой энергии, то все. Я его снял. И пульт у него отказал. Отдал товарищу. Поставил этот, что, не работает же на морозе. Все, сейчас этот тут, а тот мне сделали тоже. И нормально. Смотрим. Газку не дал. Газ добавили. Вот сутки стоял, говорю, наш двадцатник. Днем 20, ночью еще холоднее. Сейчас я погрею, сегодня уже время 3 часа дня. 8:30 утра выезжать. Ну я к 7 приеду. Тут у меня ребята сторожа поставят ПЖД на прогрев. Часика два пускай греется. Потом я приеду, еще масло погрею. Так, давление масла тихонечко поднимает. Здесь тепло. В кабине тепло. И работать приятно. Эти трубки я заказал на Озоне. Пришли, блин, короткие какие-то. Там написано до 0,5 метра. Что-то растягиваются. А пришло, хрен знает что. Они даже две штуки я заказал. Вот длины 30 сантиметров. Диаметр, ладно, угадали, на 40, все. И то, бумагу убрал внутри, тогда она залезла сюда. Ладно, это херня.
Я-то хотел, конечно, трубочки подлиннее, но стоят они. Эти гофрированные трубки стоят баснословной цены. Ты на цепи будешь тыкать его, да, туда вниз? Для чего? Он стоит там. И... Я тебе мешаю? Нет, мне не мешаю, а ты как будешь выезжать-то? Я не буду выезжать. Не буду, это, да? Моя машина. А, ваша, да? Я просто обслуживанием занимаюсь погрузчиком. Тебе желают, как будешь выезжать, я говорю. Это моя машина. Так, сколько тут у нас газу? Да, не на полной. О, почти на минималке стояла. Поставим полный. Колесико. Реостат этот. О, хорошо. А где старая трубка? Там поставил трубку длинную. Вот это вообще... О, побежала, блин. Сучка. Оттаяла и побежала, зараза, на меня прямо. Ладно. Я тут 2 дня назад выезжал, у меня эта трубка мерзнет, замерзает. И замерзает в пути. В дороге. На объекте она ничего вроде. Ну туда положу я. На объекте нормально работаешь, а в дороге едешь и трубка замерзает. Сейчас смешал с бензином. Литра, наверное, 2 бензину залил. Бачок 8-литровый, там литров 6 было солярки. Бензину добавил. Все, замерзать не должно. Но если замерзнет трубка, быстренько эту перекину. То фен-то сейчас здесь от сети можно греть. А в дороге где ты феном погреешь? 220. Будем трубки перекидывать, если что. Ой. Здесь тепло. Новый год еще продолжается. Елочка моя. Гирляндики. И Серега куда-то пошел. Все, глушим печку. Все. Погрузчик еще пускай маленько помолотит. Утром еще литров так 50 заправлю по дороге. Поедем в другой конец города, в пригород, коттеджный поселок, туда, где у нас лыжная база Чекирил. Видео тоже у меня есть, как мы на Чекириле катались с гор. Там у нас все, подъемник, все, ну, лыжная, горно-лыжная база. Там буду дорогу участить, сказали, и участок. Посмотрим, насколько. Туда буду 1.5 часа ехать, через весь город. Дороги ужасные, ребята, я такого еще не видел. За все праздники я не видел больно-то машин, я 3-го вот выехал, я уже видел по дорогам. Ну и так на машине ездишь. И ночью ездил на этом, в праздничные дни. Дороги ужасные, блин. Колеи, дороги зауженные, туда полоса и встречка полоса. И они с колеями. Погрузчик в колею не входит. В колею начинаешь ходить, его либо сюда кидают, либо туда. Жопа входит, передок выкидывают. И вот так вот болтает. А представляете, навстречу машины идут. Тут и так рядом расстояние. А кош так болтает и... Короче, очень опасно. Колеи не убираются, я не знаю, не посыпают ничем. Ну, расширение дорог где-то сейчас вот проснулись. В администрацию писали люди так, ВКонтакте, да где-то пишут, наверное. Они ссылаются на то, что техника что-то не заводится, морозы или... Им не стыдно им так говорить. Люди такие налоги платят. У каждого, не знаю, по 2 машины, по 3 в семье, да? Какие налоги, госпошлины? Ладно, на этом пока видео заканчиваю. Всех еще раз с Новым годом.
не болейте. Всем мирного неба над головой. Приветствую всех у себя на канале. Здесь вот у нас горнолыжная база Чекирил. Горочка, подъемники видно отсюда. Наша задача — расчистить площадку белое безмолвие. Площадочка, люди строят дома, коттеджи. Да, снег далековато возить. Ну попросил там с бровки, у него снег. Больно много снега сюда вывезти. А остальное по участку раскидаем. Такая работа. Как бы я люблю за городом работать. Вон она, лыжная база, горнолыжная. В том году мы съездили сюда. Еще у нас есть Нечкино на берегу Камы. Что-то мне на Каме, на берегу Камы в Нечкино лучше понравилось. Может, погода была такая. Ну, подъемники здесь неинтересные. В Нечкино там такие лавочки, садишься, лавочки, скамеечки на подъемнике и едешь. А здесь такая клюшка под задницу. Навигатор еще немножко меня, как всегда, тут помотал. Круг сделал, петлю. Но нашел. Задачу понял. Все хорошо. Заказчик, он сзади меня стоит. Вы, говорит, я, говорит, вам сильно нужен. А что, говорю, зачем вы мне? Я задачу свою понял. Ладно, если, говорит, какие-то вопросы. Опа, ничего себе ямка. Тут, говорит, на столбе камера висит. Я, говорит, увижу, как, что, какие вопросы, звони. Я, говорит, поехал тогда. Ладно, что, говорю. Я, в принципе, могу и прямо все это толкать, но... Здесь на перекрестке такие бровки наделаю. Ну и задачу такой он мне не ставил. Сказал, около его участка вдоль дороги убрать. Работаем. Погода сегодня, ну, утром около 20 было, ночью что-то я посмотрел, вроде даже теплее было, по-моему, 18 где-то так, да.
Ну и сейчас примерно так же, что чуть потеплее уже стало. Ветер только. Самое плохое — это ветер. Приехал за часик. У меня уже погрузчик на прогреве стоял. Немножко поддон погрел. Маслица. Ну, около часа, да. И спокойно. На 10 утра договаривались. Ну, 10:30 сейчас. Спокойно, без пробок особых доехал. Тут кто-то чистил до меня. Ну, больно. Больно некрасиво вон эти углы, тут повороты. Повороты зауженные. И на самом углу такая эта гора снега. То есть выезжать не видно ничего. Справа-слева обзора нет. Я немножко эти перекресточки им сдвинул. Туда вот вправо вдоль дороги уже прижиматься некуда. Там яма. О, проваливаюсь. Ну все, я дорогу расширил. Дорогу я расширил. Более-менее. Он сказал, тут манипулятор ему должен. Ну как всегда. Делаем и для манипулятора. Сейчас будем на участок заезжать. Тоже через яму. Ну, небольшая, говорит, ну, хрен знает. Но 1.5 ковша я тут ширину сделал, а дорога была в ковш с небольшим. Ну что, заходим тихонько. О, ни хрена. Я выйду, нет, потом отсюда. Так, как бы еще цепи не пришлось одевать, блин. Гона придется выпрыгивать. Тут где-то фундамент. Он, говорит, невысокий. Надо его нащупать сначала. Высокий, невысокий.
ему, говорит, делали планировку. И участок ниже дороги, как уступом. Сейчас главное нам нащупать. Ну и как всегда себе базу делаем. Место для площадочки. Так, вот фундамент нащупал. Площадочку, плацдармик. Опа. Чё себе? Большой, блин. Это мне не нравится, такой фундамент. Я-то что-то не промерзла нифига, проваливаюсь по ней.
если бы я знал участок, какой тут, он сказал тут так вроде, по участку вроде ничего нет, но... Для разворота уже есть. Можно еще толкнуть дальше, наверное. Так примерно и работаем. В принципе, площадка готова. Дорогу сделал, площадка. Маленькая площадка, тесная, толкать некуда. Впереди фундамент. Он высокий, блин. Я уже на него не стал заезжать. Я не раз заехал, но очень это напрягает меня. Так что я с боков фундамента все по бокам. Так, и уже чисто подшлифовываем. Марафет. Так, еще куча здесь. Надо ее подобрать. Вон тут я справа заезжал. Самую ямину нашел я тут. Дальше немножко получше. А то я думал, хрена тут вылезу еще. Ладно, погода вроде морозненькая еще, так ладно. А в талую погоду тут хрен вылезешь. Все, сейчас я ему звоню, пускай либо по камере посмотрит, что ли он, либо сам приедет, не знаю. Короче, минималка, за минималочку все сделали. Под снегом, территория незнакомая. Как всегда, ну что-нибудь да наткнешься. Где-то куча песка замерзшая, где-то поддон с кирпичами забудут. Вон там я его справа нащупал как раз. Все, что? Сейчас я ему звоню. Так.
Это погрузчик. Ага. Ну что, в принципе, все. И дорогу сделал, и участок. Снег, короче, я по правой, вправо, влево от фундамента скидал. На фундамент заезжать уже не стал. Высокий он больно. Ну, да, не надо на него. Там еще, видите, пленка у нас постелена. Ага. Ну-ну. Ладно, сейчас гляну. Хорошо. Сейчас гляну. Че, много на камеру видишь. Алло. А вот тот кусок-то, который около утки. Что-что? Напротив утки-то тот кусок тоже есть надо. Там земля. Не могу я туда подобраться. Куча земли замерзшей. Да? Ага. Я бы убрал. Не могу я зайти на него. Замерзшая земля. Вот она идет от дороги, я тут спустился и... Видимо, так это бровку такую земляную оставили. Понятно. Попробую сейчас, ну, может, боком. Как сказать, экспертным взглядом-то, как скажете, манипулятор может туда заехать? Манипулятор? Mm-hmm. Ну заехать заедет, что? Смотря какой. КамАЗ? Двигать не выйдет, да? Нет, у вас тут с дороги, вот видишь, у вас тут такой этот. Перепад сильный. Если только ближе, как бы к соседнему участку заходить вот здесь. Меня видите, нет? Вы не смотрите сейчас? Нет, ну я понял, там у меня, да, дороги там ровнее. Да, вот тут ровнее. Я сам-то думал, не выйду отсюда. Вот если он отсюда будет заезжать, то нормально зайдет. Как бы зайдет и развернется тут, если что. И также задом выйдет. Ну, в смысле, довернется. Ладно, хорошо. Чтобы манипулятор развернулся, там такой, как бы, знаю. Ну, на участке он развернуться не развернется. Он как бы. А нет, в принципе, можно. В принципе, заедет на участок с разворотом. И задом уйдет туда так же. Угу. Как бы выйдет. Ничего, нормально, я тут расширил, хорошо.
хер залезет сюда, я не знаю, какой манипулятор тут. Короче, я думаю так. Передом ему, если сюда, передом он сюда приедет, то, наверное, прямо туда проехать, да, маленько, и жопы сюда сдавать. Или задом туда уйти, то есть по этой дороге, то он задом сюда пятится, туда ушел и сюда передом заехал. Выгрузился, и можно и задом также выйти, а можно и как-то сманеврировать. Пишите, манипуляторщики. Я думаю, ему задом сразу сюда заехать. Я думаю, разберутся. Все равно сначала нормальный водила придет, посмотрит, прикинет. Ладно, все. Едем домой. Все, уезжаем отсюда. Наслаждайтесь пейзажем. Чекирилл, Чекирилл, приезжайте к нам в Чекирилл кататься на лыжах. Цены невысокие, горы высокие. Даже гостиница, все есть. Гостиница, бассейны, сауны, по-моему, там. Даже хоккейная там площадка, по-моему, даже есть. Короче, спортивный комплекс получается. Отдыхательный. Сейчас едем к брату, там ему надо немножко разгрести. И купил я пару лунфетчиков, жидкостные подогреватели, помповые я взял. Взял самые дорогие, какие были на Озоне, от защиты от перегрева, как там датчик у него есть, нагревает до температуры и отключается, там до 80 он нагревает или до 70. В общем, тут у меня на погрузчике такой же вроде стоит, но я ни разу тут не нагревал его до такой температуры. А штука нужная. Хотел вибаску ставить, но, блин, что-то и ползимы уже прошло. Посмотрим на будущий год. А сейчас пока лунфей себе воткну. Себе, брату воткнем. Че, провод скинул он сверху. На прогрев поставил на часик, на полчаса. И нормально.
Так вы забор не выдвинули? Нет, не, вот тут сверху такого. Ага. Сверху и сюда ее положим. Чтобы баню нашу не снести. Колеи, блин, обледенелые. Из колеи выходишь, не совпадают колеса, не хватает ширины. Колеи узкие,